Привет, красотки! Добро пожаловать ко мне на канал. И сегодня мы идем в Киеви. Да! Не скажу, что мы сегодня снимем очень много, но я постараюсь. Мы здесь буквально быстренько забежать, что-то купить, что-то посмотреть. Но более подробное видео, может быть, в ближайшем будущем я сниму, если вы поставите мне лайк. Ну вот, красотки, мы уже с вами в Киеве, ура! Я знаю, что вы очень любите эти видео, поэтому я здесь сегодня. Смотрите, какие здесь обновления платьев. Постараюсь сегодня поискать платьишки. И посмотрим, что есть интересного. Посмотрите, о-о-о! Ничего себе, какой сегодня будет контент. Как видите, я сегодня тоже в платье, у меня даже есть колготки. Поэтому платье сегодня. Девчонки, чтобы вам было удобнее, сейчас ниже появятся мои параметры для того, чтобы вы ориентировались в данном магазине. Мой размер в Киеви 54-56. Это немецкие размеры. Очень важно это понять. Иногда беру 58, чтобы, ну так, побольше, посвободнее. А сегодня мы меряем платье. Может быть, захвачу какие-нибудь толстовочки с данной кожаной юбочкой, которая, кстати, тоже была куплена в Киеви. Единичный такой экземпляр иногда здесь появляется. Значит, вот такое вот синее платьишко. По составу, мне кажется, синтетика. Достаточно такой тоненький материал. Смотрим. Стоимость 2500 рублей. Тут входит в состав вот такой вот ремешок. В принципе, модель интересна. Акцент на талии всегда актуален. Я уже в Киеве настолько ориентируюсь, что по ощупу могу определить, какая ткань использовалась для этого платья. Значит, я взяла размер 56 для примерки. Он чуть побольше, но почему нет? Посвободнее будет, потому что все-таки зона, где животик, иногда у меня очень сильно обтягивается. Итак, вот здесь есть обычные такие синтетические полупрозрачные блузочки. Киеви их очень любят делать со всякими рюшечками, типа которых сейчас модный, актуальный. Посмотрите, что нарыло. О, какая красота! Какой цвет! Тоже рюшечки кругом. Значит, 4XL сразу же, моментально. Мой размер, рука уже так и тянется к нему. Стоимость 800 рублей. Состав 92% хлопка и 8% эластан. Я возьму померить, я думаю, с этой юбочкой будет неплохо. Еще в Киеве есть вот такие супер-мега утепленные свитерочки. Посмотрите, очень теплый, он такой тяжеленький достаточно. 1700 рублей, 3XL размер. Я брать не буду, просто знаете, что подобного формата здесь можно найти свитерочки, какие-то джемперочки, что-нибудь вот подобное. О, тоже вот Киеви сейчас на рюшечки просто подсела. Конечно же, это у нас синтетика, уже по ощущениям чувствуется. Но 1500 рублей, моделька такая интересная, если найду свой размер, я, кстати, сейчас поищу, возьму померить. Посмотрите, искала вот этот размер, а нашла вот эту зеленую 3XL в размере. Стоимость тоже у нас 800 рублей, состав 92 хлопок, 8 эластан. Я тоже возьму померить с этой юбочкой. Я думаю, будет немножко простить, но, возможно, с какими-то другими юбками можно попробовать. Ну и вот эта вот блузочка, значит, ее стоимость 1500 рублей. Взяла сейчас размер 4XL, беру свободнее, девчонки, чтобы смотрелось, ну, как-то полегче. Но, в принципе, 3XL мне тоже здесь подходит. Берем мерить. Посмотрите, какое платье я нашла. Просто вау. Стоимость 2100 рублей. На подоле платья сборочка. Очень мини будет, но мне так интересно посмотреть, девочки. Если что, поржем вместе с вами. Ищу размер, если есть, беру на примерку. Девчонки делают же такие платья, вот я в шоке. Такие платья, такие модели нигде не найти на плюсиков моего размера. Поэтому с любой новой интересной моделью, которую представляет Киеви, я просто в шоке. Значит, вот такое платьишко, размер 4XL, стоимость 2100 рублей. Это ткань шифон с мушкой. А, очень интересное, возьмем тоже померить. Значит, в Киеви появились здесь такие вот водолазочки. Бывают и красные, яркие. Вот тут еще вижу где-то серый, нежненькие оттеночки. Стоимость у этих водолазочек 1300 рублей. А размеры тоже можно найти, ну, тянучки.
Смотрю я на вешалки, думаю, что такое маленькое? Что она здесь делает в плюс-сайз отделе? Это еще это все заколото. Значит, юбка прямая, трикотажная, в Киеве. Здравствуйте, наши офисные будни. 990 рублей, девочки, размер 58-60. Я обязана это взять, померить. Тянучка еще и такого размера. Беру мерить. Возьму под нее какие-нибудь, сейчас подберу водолазки и посмотрим, что. Кстати, вот заменю свою юбку хотя бы на эту. Я не любитель, конечно, вот такого плана вещей, но офисная леди, поскольку мы нашли прямую юбочку, почему бы не взять и это? Так, смотрим. Размер у нас здесь 3XL. Что у нас по цене? 1300 рублей. Достаточно такая тепленькая. Сзади есть, смотрите, замочек. Возьмем, померяем с нашей юбочкой. Посмотрите, что мы нашли. Какая красота, какая нежная красота, нежный цвет. Стоимость 1200 рублей, нашла 3XL размер. Возьмем померить под нашу трикотажную юбочку. Нашла прекрасную леди. Плюс я сидели, но как же так, своих любимых это пышечек тоже, не пройти, кстати, мимо. Вот, она посоветовала. В мужском отделе здесь большие размеры, очень хорошие джинсики. По распродаже там 700-800 рублей, размерчик, извините, прямо шикардос. Одела и пошла, даже подшивать не надо, вот на мой маленький ростик. Даже подвернула, еще и моднюче можно, как с подкатами, одела и пошла. Вообще шикарно. О. Девочки, приходите, пользуйтесь вообще. Там даже курточку, жилеточку можно купить. Спасибо большое. Спасибо. Обязательно здесь. Ну, в общем, девчонки, суть в том, что если вы хотите, чтобы я пошла в мужской отдел и нашла там себе образ, напишите об этом в комментарии. Напишите: «Даша, иди в мужской отдел». И тогда я сниму для вас видео в мужском отделе Киеби. Интересно? Тогда скорее пиши комментарий. Нашли вот такой вот свитерок. Стоимость у него 1700 рублей. В каком-то, ну, тут их буквально немножко, кстати, осталось. Размер у нас 3XL, девчонки. Смотрите, какая красота, какая красивая лавандовая расцветка в сочетании с горчичным цветом. Очень интересно смотрится. Стоимость 2100. Тут как вот реально фиксированная цена на платье такого вот формата. Сейчас поищу свой размер. Значит, у нас что со составом? Это, скорее всего, синтетика, полиэстер. Ну, так вот, навскидку даю. Размер сейчас посмотрим, но тоже 3XL, 3-4. Цвет просто бомба. Опять же рюшечки. Я думаю, это мода у нас такая на рюшечки, но выглядит классно. Сейчас, я думаю, с этой прекрасной леди будем выглядеть на все 100. Смотрите, что я нашла. Какой красивый цвет, лавандовый, нежный. Размер 4XL, стоимость 1700 рублей. Очень красивый. Я обожаю лавандовый цвет, но его на плюс-сайзе не найти вообще. Поэтому, о боже, Киеби, спасибо вам за такое удовольствие. Наконец-то померить лавандовый цвет. Интересно, здесь очень рукав, стык рукава и самого изделия. Так что посмотрим, как это будет смотреться. Посмотрите, какое уютное, теплое платьишко мы нашли. Цвет вообще зеленый, почему-то на камеру у нас синий. А размер у нас 3XL, стоимость 2100. Очень теплый, как раз для нашей зимней погоды. Возьму померить обязательно. Платье очень комфортное, удобное, ну, конечно же, синтетика, но посмотрите, как красиво пояс у нас выделяет талию, и вообще сам фасон платья мне очень нравится. Особенно очень интересный акцент у нас на плечиках, выглядит хорошо, как вам? Каждой современной леди должно быть в гардеробе маленькое черное платье, и я думаю, это платье будет самым классным вариантом. Но единственное, конечно, что меня смущает, это резиночка на поясе, она немножко спадывает, такое ощущение, будто сам пояс упал ниже. Его приходится подтягивать наверх, чтобы он создал такое облачко сверху. Ну, то есть немножечко спадает, может быть, надо чуть-чуть размер или как-то подтянуть резинку по центру, не знаю. Подумать над ним можно, но платье выглядит очень хорошо.
очень интересное платье, никогда раньше не видела таких Киеби моделей. Села тоже хорошо. В этом платье можно очень классно, мне кажется, выделять свою талию и зону, скажем так, пятой точки. Зону бедер, давайте так это назовем. Немножко делает объемнее те места, которые привлекательные, не знаю, как это. Очень интересный формат платья. Да, мой оператор говорит, то, что это очень классное платье на юбилей. Как вы думаете? Шли в примерочную, потому что там очень много народа. Я, конечно, все понимаю, но просто народ смущать не хочу. Я не стесняюсь. Чтобы вы понимали, сколько народа, выгляни сюда. Там куча, да? Да, вот это вот вся куча, и мы тут снимаем. Чтобы вы понимали, девчонки, многие говорят, я стесняюсь, а я нет, как видите. Я бы сделала это там, но сделаю в примерочной, чтобы никого не смущать. Внимание! Идеальное платье для тверка. И для юбилея. Как вам такое платье? Лаванда и горчица. Очень интересно смотрится. Посмотрите, сколько тут нюансов. Какие интересные детальки. Тут есть даже маленькие пуговки. Все так вот нюансы. И, конечно же, очень красивая зона декольте, девочки. Насчет длины не знаю. Говорят, что мне идет такая длина. Как вы думаете? Напишите в комментариях. Очень уютное, теплое, зеленое платье. Кажется немножко синим, но оно прям такое зеленое-зеленое, как елочка в лесу. Теплое, мне прям жарко стало. А мне нравится сам фасон и то, что здесь немножко разделен рисунок сверху один, а снизу совсем другой. Тем самым выделяется зона нашей талии. Очень классная трикотажная юбочка, и всего за 990 рублей. Я думаю, это стоит купить каждой леди, особенно те, кто работает в офисе или связаны как-то с классическим стилем в одежде. Интересная футболочка, ну, я думаю, больше на нее похоже. Такие вот рюшечки у нас и тут, и где угодно просто. Состав хороший, и единственное, немножечко коротковато, либо с юбочкой, как представлено на мне, либо... Ну, вот с моей можно попробовать еще юбкой, которую заправлять. В принципе, они очень такие просторные, удобненькие, и мне очень нравятся. Значит, точно такой же комплектик, но только верх у нас уже зеленый. Кажется, опять синий, но это такой нежно-нежно зеленый цвет. Значит, вы посмотрели в двух вариантах. В заправленном варианте данной блузки и просто в таком вот свободном. Для свободного варианта, я думаю, можно добавить какой-то поясок и будет просто конфетка. Я вышла из примерочной просто со словами «Это 90-е» и с песней «Бухгалтер, милый мой бухгалтер». Любитель такого вот прям темно-серого и серых таких темных будней, как обычно происходит, но все-таки хочется какой-то яркий акцент, возможно, сюда. Сама по себе данная блузка, она удобная, комфортная, хоть, говорится, физкультурой занимайся, но не любитель я серого, но только если акцент яркий сделать. Но для офиса, пожалуйста, мой образ готов.
Данная кофта очень теплая, она очень короткая, и все-таки вот эта фишка с рукавами на плюсиках, мне кажется, смотрится как масштабно, так вот такие массивные у меня сейчас плечи, просто терминатор, девочки. Ну, цвет мне нравится, длина очень коротковата, и плечи очень остро. Ну что ж, красотки, я натянула на себя джеггинсы. Вот эти вот черненькие, их стоимость 1300 рублей. Не знаю, что происходит, конечно, с размерами. Возможно, ткань меняют или что-то такое. Я еле влезаю в 56-й. Или мои размеры меняются, что, конечно, тоже возможно. Значит, верх, простите, опять за черное. Не очень удобно. Но суть в том, что мягонько, комфортненько, нежненько. Как вы видите, просвечивает. То есть нужно какое-то телесного цвета белье. Девчонки, мы за кадром взяли вот такие брючки. Брючки размер 3XL, стоимость 1300 рублей. Они, в принципе, ложатся как лосины, немножко даже подтягивают животик, сглаживают те неровности, которые нужно сгладить. Ну, как вы сами заметили. Ну и данная такая теплая, уютная кофточка, очень приятная. В принципе, тоже ничего. Ну что ж, красотки, спасибо большое, что вы были со мной. Не забудьте мне поставить пальчик вверх, подписаться на мой канал, поставить колокольчик, чтобы не пропустить ни одно мое видео. Я всех целую, обожаю, пока!